Когда ты делаешь обзоры на вкусняшки, твоя дочь или муж не против, что ты не делишься, а ешь их в крысу на видео. Мне прям очень понравилось про крысу. Я просто тоже так говорю. А на самом деле, мой ребенок абсолютно, я вообще не преувеличиваю, она абсолютно равнодушна к сладостям. Хотите, я вам что покажу? Я вам уже показывала свою кормушку с вкусняшками, которая остается к ДРУ. То есть здесь все сладости. Ей абсолютно плевать на M&M's, чокопай, желе, печенье, шоколадки. Максимум она в день у меня может попросить какой-нибудь Макте Сатан. Это сатан на палочке, чупа-чупс типа. Далее, я готовила, помните, шоколадные бомбочки? Я очень сама, на самом деле, хотела с ней заснять видео с ее реакцией, что вот, мама сделала, не хочешь попить какао? Но каждый раз, когда... Я ей это еще не показывала, я у нее просто спрашиваю, хочу колить?